поблизости нет. Попробую осмотреть все внимательнее, но по первым прикидкам ничего особенного. Хотя для промежуточной базы место хорошее. Серый, Жора, уходите отсюда. Если услышите это, уходите немедленно. Я отбегался. Там крылатые. Будь осторожней. Он до сих пор не понял, что умер. Думает, что сейчас придет мама. Это не тень. Ты сам. Давно. Очень давно.
Отсюда я знаю только одну дорогу в полис. Через Красную площадь. Соединюсь с нашими. Расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. Здесь опасно, Артём. Не как раньше. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Ты тоже их чувствуешь. Значит, тебе будет легко понять. Это центр. Все дороги ведут сюда. Вот почему они не смогли уйти. Они здесь. Очень давно. Их много, и они знают, что мы чувствуем. Они не красные, просто здесь их дом. Если уйдем, они не тронут. Это из-за страха. Они защищают свой дом. Идет тьма. Нужно спешить. Быстрее. Ветер. Опасно. Здесь тихо. Лучше подождать. Скоро можно будет идти. Нельзя стоять. Я помогу. Не тревожь их, Артём. Иди рядом. Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался.
Отсюда я знаю только одну дорогу в полис. Через Красную площадь. Соединюсь с нашими. Расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели. Здесь опасно, Артем. Не как раньше. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Почему они не смогли уйти? Они здесь. Очень давно. Их много. И они знают, что мы чувствуем. Тьма. Идет тьма. Нужно спешить. Здесь тихо. Лучше подождать. Чувствуешь, Артём? Не бойся, я рядом. Нельзя стоять. Я помогу. Не тревожь их, Артём. Иди рядом. Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался. Артём, здесь злые. Много. Очень красные.
Еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артем! Да, сколько веревочки не виться! Ну что ж, раз так, оставить бросать оружие! Товарищи бойцы, относительно этого рейнджера у нас особый приказ от товарища Корбута! Уничтожить огонь на поражение! Нельзя стоять! Я помогу! Не могу больше. Устал. Меня забрежало! Вперед! Уничтожить! Выполнять приказ! Я помогу видеть. Явился, значит? Не трус, это точно. Давай, рейнджер, резко убивай, как вы привыкли. Или струс. Ах ты гад! Силен оказался. Силен! Что, закончишь дело? Тогда поднимайся. Давай, Артем! Он совсем не красный, не злой. Ему просто грустно. Не понимаю.
шум! Молодец! Без страха и упрека! Это... это еще что? Твари тут на меня натравишь! Герой! Эксперимент на Октябрьской можно считать удачей. Вирус быстро убивает, а затем сразу теряет активность. Осталось лишь взять D6, чтобы добыть достаточное его количество, и сможем очистить все метро. Итак, товарищ Морозов, у нас всего один шанс сделать все красиво и четко. У Ордена хорошие бойцы, но их мало. Все входы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. Мельник будет на переговорах в полисе. Командовать он не сможет. Тут-то мы и нанесем удар. Неделя, и наступит новая эра. Артём! Ну что же ты, Артём? Решай. Уйти, помочь. Решай. Здесь нельзя долго. Нам пора идти. Скорее. Не простил его? Понимаю. Он причинил слишком много зла. Я запомню. Теперь бы только успеть. В полис, на мирные переговоры. Мира не будет. Будет война. Самая последняя. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Тут что-то странное. Погоди. Я должен увидеть.
Она защищает детей. Осторожно. Бережет спину. Там она беззащитна. Артём, скорей сюда! Слава богу, цел. А кто это с тобой? Неужели... А это кто? Кто сюда ребенка без противогаза? Что за... Да, это он! Это он! Дитя нового мира, черный. Нет, не стреляйте, полковник. Тогда держите его подальше, а то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артём, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его. О, я понимаю его, вижу его мысли и слышу твои, Артём. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его
усыновили. Давно. Так вот почему ты особенный, Артём. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Погоди-ка, где-то я? Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Мои! Они там! Они спят! Да это же... Смотри! Они в спячке! Он не один! Я должен их разбудить! Им пора жить! Нам всем сейчас туда! Если сможем, откроем тебе дверь! Там смерть! Рядом! Вокруг! Но я должен! Иначе останусь один навсегда! Помоги нам, и мы поможем тебе. Я сделаю. Что надо? Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Поживее, муки сонные! Полковник! Откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной! Он не единственный. Не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас мысли Москвина или самого Корбута. И, возможно, заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс. Артём, про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москвину. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения к санитарной роте, и, пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародыши. А иначе она охватила бы все метро. Что на это скажешь? Да так бы и я поступил. Но ведь агент Красный похитил контейнер с вирусом из D6 перед эпидемией на Октябрьской. Объекты в камере очистки. И что? Кроме Артема живых свидетелей нет. И кто поверит ордену? Ведь D6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Мы можем заставить Москвина признать... Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения полиса о разделе имущества D6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Все в норме. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, D6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идеи получше? Готово. Притащили сюда эту обезьяну. Что теперь? Есть. Разговор окончен. Следуем в зал совета. За мной. Полковник, разрешите доложить? Отставить! Всем силам орденов, D6, полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Только бы пронесло. Готовься, Артём. Держись рядом с малышом. Да будет мир во имя наших детей! Ура! Вы лжете! Хан, с ума сошел?
Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз. Кто вы такой? Охрана, выведите его отсюда. Рейнджеры, отставить. Артём, малыш, ваш выход. Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата. Ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья. Он думает, что вы завидуете ему и боится за свою власть. С ума сошел! Совсем уже! Но сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Максимушка, как я рад, что мы с тобой помирились. Из-за такой ерунды. Ну, выпьем? Выпьем, брат. Единогласно! Молчишь? Что смотришь так на меня, глазами своими честными? Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбут тебя сдал, а теперь меня за яйца держит! Из-за тебя! Прости. Прости меня, Андрюша. Нет мне прощения, а ты все равно. Прости. Ух, так значит, и мне что-то подсыпали, как брату. Да, отравил брата своего, но Корбут, я идиот, думал, он спасти меня хотел, а он так власть взял, за горло меня взял. И сейчас Т-6 штурмует, а там вирус этот. И если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководитель! Прикажите, отзовите войска! Или хотя бы задержите! Выиграйте время! Здесь все ясно. Скорее, на вокзал! Т-6 мы не отдадим! За мной! Thank you.
Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я должен спасти своих. Ты хороший, Артём. Он ушел. Он сделал, что мог, и ушел. К своим. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Я надеюсь, он сумел простить нас. Меня. За то, что мы сделали с его братьями и сестрами. С его матерью и отцом. Наступает с трех направлений. Бойцы! Ребята! Не буду долго говорить. Все вы профессионалы, и каждый из вас стоит 5 красных. Так что просто сделайте свою работу, как вы делали ее всегда. И мы победим. Спарта! К бою! Спарта! Приготовиться!
мясо. Займись танками, пока мы нас всех не положили. Давай! Сейчас снова попрут! Нам не удержать, это ясно. Остается взорвать. Ясно, командир. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Черт! Назад!
уроды! Осторожно! Довольно, Кирилл. Тут уже только мертвые спартанцы. Прямо к Ксерксам себя ощущаю. Какая непростительная трата человеческого материала. И ради чего? Глупое упрямство. Ну да ладно. Революция все спишет. О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Простите, почти целый. Артём, время пришло. А тут кто у нас? А, прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Остановите его! Не бойся, ничего не бойся, мой милый. Твой папа победил врагов и спас метро. Папа был храбрый. Он был самый храбрый, потому что не боялся неизвестного. Мама, а куда делись черные? Они ушли, но обещали вернуться.